100 тысяч фальшивых долларов завезли в республику. Силовики задержали людей, распространявших поддельные купюры. Кыргызстан в суверенном рейтинге. Год истории культуры. Об отзывах и комментариях деятелей культуры в материале наших корреспондентов. Активный и здоровый отдых. У школьников каникулы. В эфире программа «Итоги недели» в студии Жулдыз Джумабекова. Здравствуйте. Тревожная тенденция последних лет становится изготовление и распространение фальшивых денег. Эксперты международных организаций обращают внимание на то, что в Европе количество поддельных купюр евро увеличивается в среднем на 8-10% в год. В России подделка рублей увеличивается на 15-20%, в США на 10-15% в год. Причем бесспорным лидером остается купюра в 100 долларов. На ее долю приходится свыше 90% от всех фальшивок. За изготовление и распространение поддельных денег наказание всегда было жестким. Фальшивомонетчикам отрубали руки, варили в кипящей воде, вешали, позже расстреливали и сажали в тюрьму. Но меньше этих людей не становилось и не становится. Начиная с 19 века, многие государства целенаправленно печатали ненастоящие деньги своих противников. И этим активно занимался Наполеон. К примеру, желая подорвать экономику России, он распространил большое количество фальшивых ассигнаций. По разным источникам, у Наполеона было передвижное оборудование, которое он привез в Россию и на месте печатал поддельные деньги. Во времена Первой мировой войны все крупные империи прибегнули к этому нечестному способу ведения подрывной деятельности. Вторая мировая война не исключение. Третий рейх выпускал колоссальное количество фальшивых денег. Для борьбы с этим, естественно, применяются репрессивные методы. Государство выпускает новые банкноты с более высокой степенью защиты. Между тем, специалисты признают, что при нынешнем уровне технического оснащения фальшивомонетчиков им не составит большого труда наладить выпуск и сверхзащитных банкнот. Это очень прибыльный бизнес и хорошо организованный. Ему способствует наличие в мире многочисленных неспокойных регионов. Специалисты уверены, что на сегодняшний день и террористические организации занимаются изготовлением фальшивых денег. Ни для кого не секрет, что поддельная американская валюта производится конвейерным путем. Их количество не поддается исчислению. Вот и в Кыргызстан под Новый год было завезено 100 тысяч поддельных долларов. Кто и зачем, расскажет Джибек Капарбекова. С виду обычные 100-долларовые купюры. Эти деньги попали в Кыргызстан в начале ноября. Неизвестные лица чартерным рейсом Стамбул-Бишкек перевезли около 100 тысяч долларов, но они фальшивые. На взгляд и даже на ощупь эти деньги не отличить, потому как они высокого качества с использованием всех уровней защиты. Из вышеуказанной суммы 45 тысяч долларов США получил житель города, который в свою очередь передал деньги своим знакомым для последующей реализации и обмена. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена организованная преступная группа, состоящаяся из 8 граждан Кыргызской Республики, осуществлявшаяся сбыт поддельных денег. Вот здесь серия, а здесь... Серию вообще вот сюда напечатали. И что самое примечательное, в составе группы оказались сотрудники милиции. По месту их жительства обнаружена часть фальшивых денег. В ходе обыска у них изъято более 40 тысяч долларов. Получается, что порядка 55 тысяч долларов сейчас могут находиться в обороте. Скорее, в Бишкеке. Поэтому экономисты говорят, что при обмене долларов необходимо насторожиться. Около 100 тысяч долларов были завезены. Естественно, каким-то образом надо их выявить из денежного оборота. Хотя в масштабах нашей страны это небольшая сумма. У нас общий объем валютных денег, которые в коммерческих банках, в обменных пунктах, где-то порядка 700 миллионов долларов. И они, конечно, там какую-то такую сильную дестабилизацию не сделают. Люди начнут бояться, что доллары, даже те, которые выдают коммерческие банки, ну как бы это фальшивые. То есть появляется недоверие людей. Итак, как отличить подлинный доллар от фальшивого? Необходимо обратить внимание на толщину купюр. Подлинные деньги тоньше, чем фальшивые. Рассмотрите портрет. На настоящих банкнотах они четкие, с четкой детализацией. Проверьте серийные номера. Они расположены в двух местах на лицевой стороне купюры с разных сторон от портрета. Убедитесь, что серийные номера совпадают. Посмотрите купюру на свет. Вы увидите защитную нить, которая идет сверху вниз. Проверьте водяной знак с изображением лица. Он также виден на свету.
Самый легкий и достоверный способ проверить банкноту на подлинность – это вот такой вот интеллектуальный детектор Прокобра. К примеру, если к нему подставить фальшивую купюру, то на экране ничего не высветится. Если же подставить настоящие доллары, то, как вы видите, на экране высвечиваются две полоски. А вот у оператора в обменных пунктах глаз уже наметан. Ежедневно пересчитывая тысячи долларов, они на ощупь с первого раза могут определить, настоящий доллар у них в руках или фальшивый. Мы сразу замечаем разницу в структуре бумаги. Краска на подлинной купюре нанесена рельефно, что достигается в процессе глубокой печати. Понять это можно на ощупь или же посмотреть доллар на свет. Цифра 100 переливается. Признаться, бывали такие случаи, что хотели незаметно продать нам фальшивые доллары и намного дешевле. Мы сразу же возвращали их хозяину или же на месте рвали, чтобы такие купюры не попали в оборот. Эксперты по подпольному бизнесу утверждают, что в руки Исламского государства попало оборудование высокого качества. И изготовлением фальшивых долларов занимаются международные террористические организации. Деньги производятся на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Один из российских сайтов пишет, что террористы вывозят фальшивые банкноты в больших количествах за рубеж. Как утверждает ливанский эксперт Рида Савая, Исламское государство представляет собой мафиозную организацию по типу сицилийской Коза Ностра, захватившую обширные площади. Ее главари во имя реализации своего проекта халифата готовы заниматься любым криминальным бизнесом, стать фальшивомонетчиками и торговцами героином. А вот и подтверждение: в Аше задержана группа террористов. Это Гейздин Джамалдинов, глава террористической ячейки в Кыргызстане, состоящей из 16 человек. Сотрудники милиции признаются, что таких встречают редко. За свои 26 лет он прошел как боевую, так и полную психологическую подготовку в Сирии. Прибыл в Кыргызстан по особому поручению ИГИЛ, привез с собой крупную сумму денег. Я получил команду, чтобы устранить приверженцев ахмадийской мусульманской общины. При отправке людей в Сирию они нам всячески мешают, отговаривают их не ездить туда. Для приобретения боеприпасов привез с собой немалую сумму денег, собрал всех наших сторонников, и мы начали действовать. Важно то, что сотрудники правоохранительных органов смогли своевременно задержать эту особо опасную группировку. По нашим данным, они после устранения всех приверженцев ахмадийской мусульманской общины получили бы приказ о крупном теракте. При задержании террористическая ячейка, кроме денег, имела при себе крупную партию боеприпасов. Впрочем, сотрудники милиции говорят, что есть достоверная информация о том, что через родственников задержанных поступают огромные деньги из Сирии, чтобы не останавливать поток вербовки граждан Кыргызстана. Эксперты же заявляют, что проблема с каждым днем набирает все больше обороты. Они говорят, что люди, которых смогли завербовать, обманываются лишь на бесценные бумажки. Потому как в Исламском государстве ежегодно выпускаются миллиарды фальшивых долларов. Мы знаем, что в связи с вот этими обстановкой, которая сегодня складывается в Сирии, в Ираке, где действует Исламское государство, вот они там вербуют своих сторонников, платят им там за... в день по 800, по 1000 долларов, и продают там нефть, то вот как раз там в ходу как раз вот эти фальшивые доллары, они расплачиваются вот ими. Ну, в обороте уже эксперты говорят, где-то там порядка свыше 10 миллиардов долларов таких фальшивых крутится в обороте вот в Исламском государстве. А 100 тысяч – это маленькая-маленькая только частица, но она уже достигла Кыргызстана. Поэтому нам нужно действительно это в перспективе надо ставить жесткий заслон этим фальшивым долларам, иначе мы можем свою и так хрупкую финансовую систему ее еще дальше сделать неустойчивой. В Духовном управлении мусульман Кыргызстана считают, что подобные действия могут усилить угрозу терроризма и экстремизма не только в стране, но и в регионе в целом. Надо понимать, что все эти люди – псевдомусульмане, которые, прикрываясь религией, совершают ужасные деяния. И люди, помогая им, не то что тысячами долларов, а хотя бы суммам, ставят под большую угрозу все мирные страны. Потому что финансирование еще и в больших суммах увеличивает число различных террористических организаций и течений. Все это надо жестко пресекать и наказывать. Между тем, возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
Расследование уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ. В случае наличия информации о фактах использования или сбыта фальшивых долларов, вы можете обратиться в общественную приемную АКС по телефону 0312-66-0020. Джбека Парбекова, Бекназар Шурмамбетов, Тимур Садыгалиев, Общественный первый канал. Итоги недели. В Новый год Кыргызстан вступил с хорошими рейтинговыми показателями. Один из них – суверенный кредитный рейтинг. Он составляется известными специализированными агентствами и является инструментом оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Рейтингами пользуются инвесторы, в том числе крупные инвестфонды. Они служат ориентиром того, можно ли покупать государственные облигации. Суверенный рейтинг является важной предпосылкой для привлечения долгосрочных инвестиций, а его отсутствие приводит к тому, что инвесторы по умолчанию закладывают максимально возможный страновой риск, тем самым максимально увеличивая процентную ставку, а это в свою очередь влечет за собой получение банками, а далее бизнесом и населением кредитов по высоким процентным ставкам. Что даст нам суверенный рейтинг, смотрите в материале Каната Ханиметова. В декабре страна получила суверенные кредитные рейтинги B2 «Стабильный» и B от международных кредитных рейтинговых агентств. Они входят в большую тройку международных рейтинговых агентств, которые занимаются присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рынков. До этого Кыргызстан не имел никаких рейтингов, а потому страна являлась темной лошадкой для инвесторов. До этого, я полагаю, что они не обращали на нашу страну, потому что считали ее чем-то вроде Афганистана, чем-то вроде африканских стран. И у них не было много информации, и, естественно, они относились немножко, возможно, высокомерно, да? Но благодаря интернету информация расходится, и они понимают, что это единственная демократическая страна Центральной Азии, прогрессивная страна, уважающая права человека, страна, в которой есть люди с пониманием, люди с глобальным мышлением. Кредитные рейтинги присваивают всем цивилизованным государствам. По ним инвесторы определяют, можно ли инвестировать в то или иное государство, какие риски существуют. Какие страны не имеют рейтинг, это малоизвестные страны в Африке, мало совсем неизвестные страны в Океании. И до последнего момента, получается, Кыргызстан тоже входил в это число никому неизвестных, для инвесторов неизвестных стран. Потому что инвесторы, когда определяют объект для инвестиций, куда деньги вкладывать, они смотрят в первую очередь на оценку от трех ведущих независимых агентств. Это Standard & Poor's, Moody's и Fitch. Два из этих трех крупных агентств, оценив риски в Кыргызстане, дали прогноз «стабильный». Прогноз «стабильный». Самое главное, кроме того, что у нас есть рейтинг, это прогноз «стабильный». Потому что эти кредитные агентства считают, что в нашей стране наступила, наконец, стабильность. Это очень хорошо для инвесторов. То, что мы получили рейтинг, и не самый плохой на самом старте, это говорит о том, что мы двигаемся в нормальном направлении, тем более он стабильный. Что такое суверенный рейтинг? Это показатель экономической надежности государства. Он присваивается международными рейтинговыми агентствами и характеризует уровень риска инвестиций в то или иное государство с учетом политических рисков. Инвестиционный рынок можно сравнить с базаром, да? Страны, у которых высокий суверенный рейтинг, они находятся в бутиках, где инвесторам уютно и тепло. Страны с низким суверенным кредитным рейтингом, это можно сравнить с базарами, да, где инвесторам не так уютно уже, не так комфортно, но в принципе они платят достаточно низкую цену. А страны, у которых нет кредитного рейтинга, это ярмарки, где товар, он завернут в мешке, и, естественно, покупатели, инвесторы не видят этот товар. Кыргызстан впервые получает суверенный кредитный рейтинг и из ярмарки превращается в более или менее цивилизованный рынок. В Национальном институте стратегических исследований это событие называют историческим, подчеркивая, что попасть в список страна пыталась последние лет 15. Я считаю, что мы получили довольно хороший рейтинг, учитывая, какая сейчас сложная ситуация экономическая в мире и в регионе. Мы получили рейтинг на уровне B2. И, как мы все знаем, сейчас везде говорят, насколько Монголия очень продвинута в плане реформ страна. Наш рейтинг, он абсолютно на том же уровне, как и Монголия. И более того, у некоторых государств в Европе рейтинг на ступень 2-3 ниже, чем у нас. Что дает государству этот рейтинг? Прежде всего, о Кыргызстане будут знать крупные инвесторы.
Так как мы получили этот суверенный рейтинг, теперь мы можем рассчитывать на эти средства. А если наше правительство, если наше бизнес-сообщество будет правильно пользоваться этим рейтингом и будет больше рассказывать про Кыргызстан, у нас появится больше возможностей привлекать капитал, инвестиции или бизнес в нашу страну, соответственно, увеличится приток прямых инвестиций, и это очень положительным образом скажется на фондировании вообще всего рынка и предприятий в Кыргызстане. Суверенный кредитный рейтинг – это всего лишь шанс, возможность улучшить экономическую ситуацию в стране. Теперь все зависит от того, как поведут себя те, кто принимает решения в стране. Поэтому очень много зависит от нашего правительства, от президента в том числе, о том, чтобы в этой стране, от Джогур Кенеши, который принимает закон, чтобы в этой стране инвестиционный климат все улучшался и улучшался. И в соответствии с этим рейтинг, который мы сегодня получили, который мы получили в первый раз, в общем-то, в суверенной практике нашего Кыргызстана, говорят о том, что мы на верном пути. Экономисты говорят о необходимости сделать финансовый рынок свободным. Тогда в страну придут крупные мировые банки с большими капиталами. И наши местные банки могут разориться и закрыться. Да? Некоторые укрупнятся, некоторые обанкротятся. И такая, к сожалению, есть вероятность. Но с другой стороны, для нас с вами кредиты будут под 5, под 3%. Да? И это было бы правильно. Показатели Кыргызстана улучшаются и в других сферах. Мировые рейтинговые организации фиксируют определенный прогресс в последние годы. В категории процветания и стабильность рейтинга самых успешных стран мира Кыргызстан занял достаточно высокое место – 17-е, опередив такие страны, как США, Канада, Германия, Дания, Катар и Россия. Кыргызстан занял первое место в Центральной Азии и 74-е среди 125 стран. Кыргызстан существенно улучшил свои показатели и в рейтинге Doing Business. Согласно отчету Всемирного банка, республика заняла 67-ю позицию рейтинга по легкости ведения бизнеса, улучшив свои показатели на 35 пунктов и обогнав Катар, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бразилию. И в индексе восприятия коррупции организации Transparency International Кыргызстан занял 136-е место, значительно улучшив свои позиции. Намного хуже ситуация у соседей в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и Украине. Улучшение ситуации наблюдается и в спорте. В 2015 году Кыргызстан установил свой лучший результат в истории в рейтинге FIFA и занял 108-е место, обогнав Бахрейн, Грузию и Литву. Британское издание Financial Times включило Кыргызстан в список стран, рекомендуемых для путешествий в 2016 году. Кыргызстан удивляет кочевой культурой и красивыми пейзажами гор, озер и лесов, цитирует издание основателя турагентства Джонни Белби. Я думаю, это вот заслуга, вот, конечно, это правительство, это заслуга Министерства экономического развития, плюс к этому еще заслуга вообще бизнес-сообщества. Возможно, там были два основных фактора, это вот отмена виз 60 странами, плюс к этому еще это игры кочевников, да, вот то, что мы это видели. Кыргызстан демонстрирует миру свою открытость, и мир, кажется, это замечает, ежегодно фиксируя в глобальных рейтингах прогресс страны. Специалисты считают, что на этом нельзя останавливаться ни в коем случае. Канат Ханиметов, Алмаз Кариев, Общественный первый канал, итоги недели. А сейчас блок экономических новостей, и я приглашаю в студию Айсулу Текимбаеву. Айсулу, вам слово. Спасибо, Джилдыз. Здравствуйте. Начало года в экономике отмечено тенденциями падения. Что падает? Падает цена на нефть. Уже после первой же недели нового года стоимость черного золота опустилась ниже очередной психологической отметки – $33 за баррель. Валюты партнеров по ЕС, России и Казахстана с их высокой зависимостью от нефтяного рынка отреагировали мгновенно. Курс российского рубля упал до 75. Всего за неделю валюта крупнейшей экономики ЕАЭС обесценилась на 2 рубля. Преодолел очередной барьер и казахстанский тенге, упав также на 2 пункта. Теперь доллар в Казахстане стоит более 350 тенге. А ведь только в августе, до того, как Астана отпустила национальную валюту свободное плавание, доверив рынку устанавливать стоимость тенге, курс доллара был 188. В Кыргызстане плавающий курс. Это значит, что, по идее, стоимость валюты диктует рынок. Но сом держится на курсе 76 за доллар. Силу национальной валюте придает поддержка Национального банка в виде долларовых интервенций. Только за первую неделю 2016-го регулятор вышел на рынок трижды, продав за 4, 5, 6 января свыше 15 миллионов долларов.
К слову, государственный бюджет на 2016 год сверстан по курсу 64 сома 80 тинов за 1 доллар, что по данным Счетной палаты может создать риск повышения расходов на обслуживание внешнего долга. Его ведь мы выплачиваем и закладываем в долларах. Даже при перерасчете на текущий курс почти 76 сомов выпадение уже составляет 1 миллиард 674 миллиона сомов. А ведь и без того в 2016 году почти в 2 раза вырастет дефицит бюджета. Власти ищут новые способы пополнить казну. Общие доходы республиканского бюджета в 2016 году пока запланированы в сумме 136 миллиардов 800 миллионов сомов. Расходы, конечно, превысят доходы. Эта статья бюджета запланирована на уровне 164 миллиардов 200 миллионов сомов. Дефицит республиканского бюджета на 2016 год составит 27 миллиардов 400 миллионов сомов, почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. И это тоже не окончательная цифра. Дефицит может еще расти, так как прогнозируется снижение неналоговых поступлений. Выпадение налогов и таможенных платежей оценивается минимум в 2 миллиарда сомов. Решение по этапной отмене налога с продаж лишит казну поступлений в размере от 1,5 до 6 миллиардов сомов. В проекте бюджета прогноз поступлений от приватизации государственной собственности предусмотрен 3,2 миллиарда сомов. Если желающих купить объекты не найдется, казна лишится и этой суммы. В итоге возможное выпадение доходов оценивается в сумму от 6 миллиардов 700 миллионов сомов до 11 миллиардов 200 миллионов. Дефицит, соответственно, вырастет. На его покрытие предусмотрены источники финансирования, так написано в законе. Так какие это источники? Первый. Увеличение ставок налогов. Минэконом предлагает увеличить ставки на некоторые виды недвижимости. Инициативу уже назвали налогом на роскошь. Предлагается повысить ставки налога на жилые дома, квартиры и дачи, которые не используются в предпринимательстве, и на авто. Ставки на жилье могут повыситься в 1,5-2 раза. Ставки на автомобили от 5 и старше 5 лет сроком эксплуатации предлагают увеличить от 90 тинов до 2 сомов с каждого кубического сантиметра рабочего объема двигателя. Таким образом, если машина сроком эксплуатации до 5 лет налог составлял 2250 сомов, то теперь это будет 5000 сомов. В случае принятия законопроекта бюджет дополнительно поступит порядка 515,8 миллионов сомов, в том числе по недвижимости 55 миллионов сомов, по авто 468 миллионов сомов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Еще один источник пополнения бюджета – обязательное страхование. В текущем году все кыргызстанцы обязаны застраховать движимое и недвижимое имущество. С нового года выросли тарифы на растаможку автомобилей почти в 2 раза в соответствии с тарифами ЕАЭС. Например, если раньше один кубический сантиметр до 5 лет был 1,3 доллара, то теперь 2,4 доллара. Если до 10 лет было 4 цента, то теперь 3 доллара 10 центов. Также Минэконом предлагает разрешить деятельность казино и других игорных заведений, таким образом предполагая пополнить бюджет еще на 14 миллиардов сомов. И еще одна крайняя мера по сбору средств в госбюджет. По поручению правительства, Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком намерена создать государственную лотерейную компанию. В справке обоснования приводятся несложные расчеты. Авторы предполагают, что в национальной лотерее будут активно играть примерно 2,5% населения Кыргызстана. Прогнозируемый объем продаж за год составит 1 миллиард 125 миллионов сомов или 24 миллиона долларов. С февраля 2016 года вступают в силу 2 закона, которые обяжут кыргызстанцев страховать жилье и авто. Недвижимое имущество владельцы обязаны будут страховать специально созданной государственной страховой организацией. А за полисом ОСАГО можно обратиться в любую частную компанию. Мы посчитали, насколько исполним закон об обязательном страховании гражданской ответственности водителей. 7 февраля вступает в силу закон об обязательном страховании авто. С 1 марта сотрудники ДПС уже начнут штрафовать владельцев незастрахованных авто. По данным Госфиннадзора, в Кыргызстане 15 страховых компаний, ОСАГО будут заниматься 10. После вступления в силу закона 10 компаний в течение 16 рабочих дней должны будут зарегистрировать 1 миллион 200 тысяч машин. По крайней мере, столько авто, по данным ГРС, было в Кыргызстане в середине прошлого года. Получается, каждая компания должна застраховать 120 тысяч машин в течение 16 рабочих дней или за 128 рабочих часов. Это без учета обеденного перерыва. Если компания
компания на это страхование авто мобилизует 10 сотрудников, то каждый из них за час должен выдать полис 94 клиентам, выделив каждому автовладельцу не более 40 секунд своего времени. Конечно, это невозможно. Если даже в среднем за час один сотрудник обслужит хотя бы 4 клиентов, 10 сотрудников 40, то до 1 марта или за 128 часов одна компания застрахует всего 5120 автовладельцев. 10 компаний 51 200 машин. Оставшимся владельцам почти 1 150 000 машин придется готовить штраф. Сумма штрафа равна стоимости страховки. Сейчас почти все страны региона ищут спасения от кризиса, ищут новые источники доходов, либо стараются сократить или оптимизировать расходы. Вот и Россия признала, что не сможет финансировать строительство ГЭС в Кыргызстане. Бишкек денонсирует соглашение с Москвой по строительству Верхненарынского каскада ГЭС и Камбараты-1. В последний день 2015 года Кабмин, выслушав доклад замминистра экономики Айбека Калиева, поддержал соответствующее предложение. Замминистра рассказал о встрече с коллегами в Москве, где российская сторона признала, что из-за непростой экономической ситуации не может привлечь финансовые средства на условиях, предусмотренных соглашением. А из-за этого реализация проекта может затянуться на неопределенный период времени. Теперь денонсацию должен рассмотреть парламент. О том, что Россия не будет строить ГЭС, и поэтому Кыргызстан должен искать новых инвесторов, впервые заявил президент в конце прошлого года на своей пресс-конференции. Вспомним еще раз, что это были за проекты. Верхненарынский каскад ГЭС – это 4 гидроэлектростанции общей мощностью 237,7 мегаватт, которые должны быть возведены в верхнем течении реки Нарын. Основные объекты строительства – Акбулунская ГЭС, Нарынская ГЭС-1, Нарынская ГЭС-2, Нарынская ГЭС-3. Соглашение по строительству было подписано 20 сентября 2012 года между президентами России и Кыргызстана. По плану строительство должно было завершиться в 2019 году. ЗАО «Верхненарынский ГЭС», которым на паритетных началах владеют российская ОАО «Русгидро» и кыргызская ОАО «Электрические станции». Стоимость проекта в первоначальном варианте ТО составляла 413 миллионов долларов, позже возросла до 727 миллионов долларов. В 2015 году было выделено 795 миллионов 122 тысячи рублей или по среднему курсу российского Центробанка в 2015 году более 13 миллионов долларов. По плану первый агрегат должен был быть запущен уже к концу этого 2016 года. Прибыль от Верхненарынского каскада ГЭС будет делиться следующим образом. Кыргызстан будет получать 25% до окупаемости проекта. Оставшиеся 25% будут находиться в доверительном управлении акционерного общества Верхненарынский ГЭС. Оставшиеся 50% прибыли идут у Русгидро. Второй объект, оставшийся без инвестиций, гидроэлектростанция Камбараты-1. Меморандум о подготовке к строительству Камбараты-1 и Камбараты-2 между Кыргызской республикой и ОАО РАО ЕС Россия была подписана еще 20 августа 2014 года. Мощность ГЭС Камбараты-1 составляет 1860 мегаватт. Для сравнения, нынешняя мощность Токтагульской ГЭС 1200 мегаватт. Ежегодная выработка электроэнергии 4,4 миллиарда киловатт-часов. На строительство первой Камбараты требуется 3 миллиарда долларов. На разработку технико-экономического обоснования Камбараты-1 требуется 15 миллионов долларов. А само строительство объекта в зависимости от мощности обойдется в сумму от 2 до 4 миллиардов долларов. По прогнозам, этот 2016 год для главного экономического партнера Кыргызстана, России, будет еще более сложным. Кризисным он окажется для всего евразийского пространства. Однако местный бизнес предлагает называть 2016 год годом возможностей. Сейчас предприниматели активно ищут новые направления для того, чтобы развиваться. Одно из таких направлений – кыргызско-турецкие экономические и в особенности торговые отношения. С одной стороны, Кыргызстан, как член ЕАЭС, может открыть для Турции 170 миллионов рынок евразийской зоны. С другой стороны, как участник ВТО, Кыргызстан может налаживать международную связь. Немного данных. В 2014 году товарооборот между странами ЕС и Турции составил 35 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов или менее 1% доля Кыргызстана. Кыргызское правительство заявляло о своих намерениях довести этот показатель до миллиарда долларов. Как это сделать? Именно этот вопрос станет одним из главных на предстоящем бизнес-форуме, который пройдет 21-22 января в Анкаре. У нас сегодня в студии один из организаторов форума и руководитель общества дружбы и культуры Кыргызстан в Турции, Айбек Сарыгулов. Айбек, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот изучая торговые отношения Кыргызстана с партнерами,
мы видим, что Кыргызстан всегда оказывается в проигрыше. То есть мы больше покупаем, больше потребляем, чем продаем. И как-то можно этот дисбаланс начинать уравнивать? Вот дисбаланс вот именно вот в товарообороте с Турцией и ЕАЭС. То есть получается, мы должны стараться увеличить нашу долю в товарообороте с Турцией и ЕАЭС. То есть если мы увеличим нашу долю в торговле с Турцией, из Турции в страны ЕАЭС, то получается, мы получаем больше денег в бюджет, потому что это поступление от таможни мы делимся со странами ЕАЭС, а НДС, который этот платится при ввозе товаров, остается в нашей стране. Это автоматическое увеличение бюджета нашей страны. Но в то же время Кыргызстан, помимо того, что является участником Евразийского экономического союза, является также членом ВТО. И мы же можем ориентироваться не только на 170-миллионный рынок ЕС, но нужно и не забывать о многомиллиардном рынке, о том же миллиардном рынке, который с нами по соседству, о том же Китае, например. Да, вы правы, мы, получается, не используем это свое членство ВТО. Мы в основном больше покупаем стран ВТО, но меньше продаем стран ВТО. Вот Кыргызстан и Турция, товарооборот, товарный дисбаланс между Турцией, это между Китаем и Кыргызстаном в разы, то есть в 10 раз увеличивается. То есть Китай нам продает в 10 раз больше, чем мы Китаю продаем. Этот товарооборот мы можем, дисбаланс в товарообороте мы можем закрывать, продавая товары других стран через Кыргызстан, это в тот же Китай. Участие в ВТО это позволяет? Участие в ВТО нам это позволяет. Мы можем турецкие товары продавать в Китай. Китай не все покупает, то есть не в полном объеме покупает товары, которые продаются у них. И то же самое, Турция не покупает не все товары из Китая, то есть в полном объеме. Независимо от того, что потребление в рынке есть или нет. Потому что идет квотирование товаров. И этот дисбаланс, то есть это квотирование можем продавать, используя наше членство ВТО через Кыргызстан, то есть через нашу страну. Выступая неким посредником, таким образом мы можем увеличивать свои обороты внешней торговли. Конечно, во внешней торговле, получается, будут продавать это кыргызские фирмы, то есть налогоплательщики Кыргызской республики. Это автоматически получается увеличение нашей прибыли. Но торговля – это же только начало. Можно ли, начиная с торговли, продолжать наращивать производство? Всегда получается, сначала идет торговля, после торговли идет производство, потому что торговля определяет этот объем рынка. После определения объема рынка идет производство этих товаров в той или иной стране, получается, где потребляется этот товар. И вот у нас, в принципе, мы видели до этого, то есть когда мы больше продавали на Дордое товары, то есть получается, у нас появился увеличился этот легпром. То есть у нас получается начали шить эти товары, чем покупать готовую продукцию. Это получается после увеличения торгового оборота идет производство. И какой опыт именно в наращивании производства мы могли бы перенять у Турции? В Турции очень хороший опыт увеличение с поддержки малого и среднего бизнеса, используя промышленные зоны малого и среднего бизнеса. Мы могли получить из Турции опыт, как увеличить это, как у нас воспринять, сделать это промышленные зоны для мелких и средних производств. И чтобы эти через мелкие и средние, увеличивая объем выпускаемых продукции в промышленных зонах, мы могли бы увеличить свой производство в нашей стране. Спасибо, Айбек, большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Как раз в развитии производства турецкая модель промышленных зон может быть интересна для Кыргызстана. Во время бизнес-форума участники посетят одну из крупнейших промышленных зон Турции – Остим и изучат внутреннюю кухню. Наша съемочная группа уже побывала там. Экономика Турции за последние десятилетия развивалась очень быстрыми темпами, что позволило стране стать 18-й экономикой в мире. В чем же секрет их быстрого развития? Это создание в регионах так называемых организованных промышленных зон, чтобы поддерживать и развивать в Турции малый и средний бизнес. В Анкаре это Остим, то есть средневосточный центр промышленности и торговли. Это город в городе, не просто город, а промышленный, со своей инфраструктурой, своими внутренними правилами. Здесь движение не прекращается 24 часа в сутки. В Остиме работает население, равное двум таким городам, как Талас в Кыргызстане. На территории торгово-промышленной зоны Остим 5200 предприятий, работает 60 тысяч человек. Промышленная зона занимает 5 миллионов квадратных метров площади в районе Большой Анкары.
Более 190 наименований товаров по 17 видам экспортируются во многие страны мира. В промышленной зоне имеются предприятия по производству сахара, молочных и мясных изделий, цветов, цементные предприятия, завод по изготовлению грузовиков. Здесь в этой зоне производят даже вагоны для поездов метрополитена. Здесь есть небольшие фирмы с 10 работниками и крупные с персоналом до 1000 человек. Наиболее многочисленные заняты производством металлических изделий и оборудования, а также машиностроением. Большую роль в этой отрасли играют военные заводы. Компании могут вести деятельность в благоприятных условиях при полной готовой инфраструктуре. На территории построены детские сады, школы, также работают факультеты престижных технических вузов. Вот мы попали в одну из фабрик Остима – «Синхрон Пластик». Мы сразу оказались в производственной части фабрики. Высокоточные станки работают круглосуточно 7 дней в неделю с небольшими перерывами на техобслуживание. И это длится вот уже 16 лет. Здесь выпускают более 300 наименований товаров из пластика. Жылдызбек Жолдошбек уулу сотрудничает с этой компанией. Я приехал в Турцию в 1997 году. Я покупаю у производителей здесь трубки для капельного орошения и продаю в странах СНГ. В ближайшее время «Синхрон Пластик» расширяет диапазон присутствия на мировом рынке. И это не предел. Это был экономический блок. Далее слово передаю моей коллеге Жылдыз Жумабекова. Жылдыз, эфир ваш. Спасибо. Продолжаем программу. Вслед за обретением независимости в 1991 году мы получили и рыночную экономику. Она стала диктовать свои коммерческие правила игры. Можно сказать, наступила эпоха материального, а там не до духовности. Конформисты нынче в почете, или как называл таких людей Лев Гумилев, жизнелюбы. Великий историк сказал, что они создают свой императив. Будь таким, как мы. То есть не стремись ни к чему такому, чего нельзя было бы съесть и выпить. Ценятся не способности, а их отсутствие. Не образование, а невежество. Не стойкость во мнениях, а беспринципность. Сегодня именно так все и обстоит. Чтобы понять это, достаточно просто оглянуться вокруг. Возникает вопрос, что тогда может изменить человека? Только культура. Почему? Потому что это единственная область, которая не подстраивается под человека, а сверху задает ему высокую планку. Но многие путают высокую культуру с прикладной. Прикладная культура есть просто народный быт, а высокая – универсальный язык, на котором могут общаться различные культуры друг с другом через своих лучших представителей. И только то государство, и только тот народ имеет моральное право на существование, которое имеет внутри себя авангард, то есть свою качественную элиту, способную понять суть другой культуры и выдать не менее значимую свою. Если заглянуть в историю всех известных государств, империй, то можно заметить, что их расцвет приходит именно к тому времени, когда не случайно, а последовательно вырабатывалась целая машина по продвижению культуры. А также легко понять, что их упадок приходит к тому моменту, когда происходит духовно-нравственная деградация правителей, а за ними и масс. Во все времена, во избежание таких процессов, правители призывали на помощь мыслителей или же обращались к их учениям. 2016 год объявлен президентом годом истории и культуры. О его значении расскажет Нургуль Саматова. Этого я не видела. Это нарисовано по иллюстрации Гоголя. Айханыш Ибраимова учится в Авгике. Ее будущая специальность – художник-постановщик кино и телевидения. Сегодня ей удается развиваться в двух направлениях. Как художник-постановщик она сняла уже два молодежных фильма. Кроме того, Айханыш как художник-иллюстратор в ближайшее время планирует провести выставку на тему «Интересные точки планеты глазами кыргызского художника». Несмотря на свой юный возраст – 22 года, Айханыш ясно осознает проблемы кыргызской творческой молодежи. Находясь в Москве, я стала понимать, что наша молодежь как бы имеет в принципе невысокий потолок, потому что максимум развития в Кыргызстане это, ну, ты стал знаменитым, ну, как бы тебя знает Бишкек, а дальше что? Вот
просто дальше, как бы, ты провел пару выставок, а в принципе дальше развития особого и нету. Между тем, кыргызская молодежь самая талантливая и способная, говорит наша собеседница. В этом она убедилась еще когда училась в художественном училище имени Чуйкова. Без подготовки приезжали откуда-то из нарынских сел каких-нибудь далеких, и они просто вот буквально впервые брали кисти. Они просто вот как бы чувствами начинали писать, и, господи, это прекрасно. Даже мои педагоги во ВГИКе в Москве не раз отмечали, что кыргызская молодежь, она очень талантлива, и мы отличаемся от других тем, что мы пишем чувствами. Героиня нашего сюжета мечтает о том, чтобы кыргызская молодежь выбирала те профессии, которым лежит душа, не западая на престижность. Айканыш уверена, мода на юридические и экономические факультеты прошла. И она призывает своих сверстников выбирать направление высокого искусства, музыки и кино. Было бы здорово, если бы молодежь понимала, что если она поступит, допустим, на художника, то у него будет будущее. Поступит на музыканта, и он будет как бы ездить со своей музыкой, играть на скрипке. Я думаю, что сейчас у нас чересчур политизированное общество, просто очень политизированное, и в принципе каждого интересует вопрос, а что у нас с таможенным союзом, а что будет дальше, российско-американские кыргызские отношения, но как бы было бы неплохо, если бы нас интересовало не только это, но и искусство. В конечном итоге творческая энергия, амбиции, научные открытия молодежи должны служить просвещению общей массы, повышению планки самосознания народа, расширению кругозора подрастающего поколения, выходу страны на международный уровень и многое другое. Самое главное, нужно объединить усилия талантливой молодежи в созидательном направлении. Сейчас каждый работает и творит сам по себе. Наверняка у нас есть способные художники-иллюстраторы, рисующие, к примеру, Манаса или Эртештюка, или компьютерные аниматоры, работающие в рекламных кампаниях, но мечтающие применить свои способности в кино. Студентка 5-го курса Национальной консерватории Айпери Манаева исполняет одно из сложнейших произведений мировой классики – второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. К этому она шла долгие годы. Игре на фортепиано она училась в музыкальной школе имени Абдраева, теперь в консерватории. Свои музыкальные навыки она намерена совершенствовать за границей. Искусство на дамы... Люди искусства очень нежные, они тонко чувствуют какие-то процессы, происходящие вокруг. У них высокий интеллект, широкий кругозор. Конечно, они отличаются от остальных. Я знаю, что этот год объявили годом истории и культуры, и думаю, что творческая интеллигенция должна проявить себя. Для того, чтобы творческая интеллигенция смогла стать примером для подражания, быть в авангарде общества, высказывать свое мнение о происходящих событиях, ее необходимо поддерживать, говорит проректор Национальной консерватории, единственного специализированного музыкального вуза в Кыргызстане. По словам Светланы Исмаиловой, внимание со стороны государства будет хорошим стимулом для них. Очень мало награждаются, особенно преподаватели консерватории, которые закладывают культуру, которые двигают эту культуру, которые готовят кадры для культуры Кыргызстана. И наш труд преподавателей, кажется, незаметен. Все эти годы культура Кыргызстана развивалась в направлении поиска самоидентичности, говорят эксперты. Это было характерно для многих постсоветских стран. Наверное, на заре независимости, в эйфории парада суверенитетов, поиск национальных исторических корней и культурных традиций был действительно необходим и полезен. В то же время мы стали забывать о традициях творческого обмена между народами, о днях культуры и декадах национального искусства, которые способны вносить огромный вклад не только в культурную и социальную интеграцию стран и народов, но и представляет собой обширнейшие возможности для развития национальных культур.
Возможно, в этом году необходимо увеличить количество поездок и гастролей наших артистов в ближнее и дальнее зарубежье. Ведь если вспомнить первую и вторую декады киргизского искусства в Москве, именно эти мероприятия прославили творчество национальных деятелей искусства на все пространство СССР, вдохновляли последующих артистов на покорение творческих высот. И до сих пор киргизская культура во многом подпитывает себя тем богатством и опытом, которые дали нам декады. Параллельно с развитием культуры и искусства должно идти историческое просвещение молодежи. А начинать его надо со школы, по словам учителя истории Анары Тимиралиевой. В эпоху глобализации, когда внимание детей отвлекает интернет, нужны новые подходы в изучении важного для подрастающего поколения предмета. Помню, когда училась в 7 классе, я минут 15 рассказывала учителю о Куликовской битве. Тогда она сказала, что этого мало, а сейчас дети берут короткую информацию о том или ином историческом событии и рассказывают просто хронологию. И в учебнике так написано, что по программе мы должны огромные события, охватывающие несколько столетий, рассказать за 45 минут. Это сразу же снижает интерес детей к предмету, а эти краткие справочные данные в интернете и вовсе сужают кругозор детей. А ведь они должны учиться мыслить, анализировать, развивать воображение, тогда мы можем говорить о будущем наших детей. По мнению доктора исторических наук Айнуры Арзыматовой, знание народом своей истории пробуждает его национальное самосознание. Это подтверждает и опыт мировых держав и империй, когда зачастую мифологизированная история служила идеологической базой для поднятия патриотического духа. Но задача наших ученых не искать мифы и легенды, а изучать и проливать свет на белые страницы в истории кыргызов и Кыргызстана. Кыргызстан, кыргызы имеют, как известно, 2000, более чем 2000 лет своей истории, но тем не менее в общей массе народ не знает свою историю и свою культуру. Знание народа вот именно в таком просветительском плане, оно ограничивается только ближней историей. Допустим, мы в большей степени знаем историю Коканского ханства или историю Курманджан-датки или историю там Алымбека-датки, да? А в целом вот эта именно 2000-летняя история культуры, она осталась как бы вне поля зрения. История и культура – это два из трех китов, на которых держится самочувствие нации, жизнь народа, его процветание и благополучие. Ученые советуют больше показывать по телеканалам документальные фильмы и передачи об исторических событиях, дебаты и диалоги о культуре, обсуждение культурных и исторических событий в контексте развития общества, страны, в контексте активной культурной интеграции Кыргызстана в международное пространство. История и культура являются главными составляющими духовной пищи человека, без которых невозможно представить себе жизнь во всей ее красе. Нургуль Саматова, Алмаз Нурмамбетов, Эсен Турабыкеев, Общественный Первый канал. Таковы были главные события прошедших 7 дней. Вы смотрели программу «Итоги недели». С вами была Джулдуз Джумабекова. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания.